Просто это такой достаточно недружеский акт по отношению к России, учитывая, что не так давно состоялись переговоры президентов России, президента Азербайджана, был и саммит ОДКБ в Армении, и, в общем-то, Армения старается как-то прислушиваться, скажем, поддерживать с Россией более-менее дружеские отношения. Посылка генератора, с одной стороны, это действительно акция гуманитарная, но с другой стороны, никто не может сказать, куда именно эти генераторы попадут. Одно дело, они попадут в больницы там, или дома престарелых, или детские сады и школы, даже жилые дома. А другое дело, их направят в воинские части, либо на предприятия по производству оружия, что будет способствовать фактически эскалации войны и ее продолжению затягивать. С этим связано подобного рода заявления. Поэтому действия в данном случае Баку, они вызвали озабоченность у российского руководства, определенное даже непонимание вот такого решения, как отправка генераторов в Украину. Я считаю, что это назвать это каким-то, скажем, резким словом я бы не стал. Почему? Потому что все-таки это не поставки оружия непосредственно. С моей точки зрения, это шаг недальновидный и, в общем-то, в какой-то степени даже провокационный.